На заседании Кабинета министров Чувашской республики сегодня рассмотрели изменения в законодательстве в сфере регионального налогового регулирования. Законопроект, предложенный Минфином республики, меняет требования к работодателям относительно минимальной заработной платы сотрудников. В текущем году изменился размер минимальной размер оплаты труда. Он с 1 мая текущего года составляет 1,163 рубля, соответственно, на 43% больше, чем уровень прошлого года. Нашим законом установлены требования для получателей налоговых льгот, в соответствии с которым получатели льгот должны выплачивать заработную плату не меньше 2 МРОТ. С учетом того, что произошло увеличение МРОТ, мы это требование снижаем до 1,5 МРОТ. И, соответственно, требование в абсолютном значении станет 16 744,5 рубля. Законопроект также предусматривает льготный режим налогообложения по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций, резидентов территории опережающего социально-экономического развития. Напомним, что в марте этого года такой статус был присвоен моногороду Канаш. Новым законопроектом, кроме того, продлеваются налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную и упрощенную систему налогообложения и ведущих свою деятельность в производственной, социальной, научной сферах, в сфере бытовых услуг.